Друзья, всем привет, всем я очень рад. Немножко совсем сегодня прогуляемся. Многие пишут, что им нравится вечерний Комсомольск. Чуть-чуть поснимаю. Ну что, совсем тепло, минус 8. Вот так вот воздух прогрелся за день. А что, смотрится? 8 декабря, минус 8. Я не против. Че, прокатимся? Не, что-то плохо идет. Не укатано. Возьмем новую высоту. Видос. Красиво. Смотровая на Ленина. А вот здесь уже хорошо кататься. О, шикарно! Вот это я люблю. меня еще подошва противоскользящая препятствует скольжению. Весь кайф обламывает. Это я свернул на проспект Октябрьский. Вкусно пахнет. Хочу зайти показать вам. Советская кондитерская. По-моему, она называлась «Кулинария». Или я ошибаюсь? Вот отсюда и пахнет. Не бояться, да? Можно вытащить через окно. Такие вот красивые они, куравье бакинское. А, ничего не видит, работает. Набрал килограмм и пошел, да? Ладно, зайдем, посмотрим внутри, что там творится. Можно знать, человек работает, да? Вообще ничего не видит. Здрасте. Зашел елку поснимать. А что ее переименовали? Это же была кулинария. Давно кондитерская. Но была кулинария. Ну, может быть, когда-то давно-давно. Во времена вашего детства. В общем, такая вот вкуснятина здесь. Что там, курабье на месте? На месте лежит. Остывает. Пахнет, а вкусно. Перекресток Комсомольск-Октябрьский. Красота! Белый-белый! такие вот снежные проходы. Клево, да? Ну, такая небольшая прогулка. Всем пока. Скоро увидимся.